Так, ладно, давайте потихоньку начинать. Всем привет. Сразу говорю, что я еще болею, поэтому у меня такой голос мужика 30-летнего или 50-летнего, я не знаю. Вот, просто поскольку я болею, не смог достримить позавчера или вчера. Ну, вообще надо успеть достримить все, потому что выходные, там еще какой-то Warcraft будет, поэтому сегодня... Вот. Тяжко это, правда? Ну, ладно. Так. Значит, в сетку в события я добавил, которую сам типа сделал. Ну там типа верхняя сетка, там есть, да, результаты. И сегодня мы посмотрим два матча в нижней сетке, получается, и два в верхней, наверное, так где-то. Вот. Так, ну давайте начинать, короче. Сейчас. Так, значит, первый матч у нас будет это. Так, сейчас я счет тогда перенесу. Так, Чечи Явс у нас. В общем, сегодня играют. Вот, начинаю смотреть это. Лузерская сетка получается. Явс Чечи у нас. И, соответственно, кто проигрывает, вылетает с турнира. Империи, знаешь, некоторые люди выходят из дома, они бывают еще занимаются спортом, и вот после того, как они позанимались, они выходят на улицу, их сильным ветром продувает, и им фигово. Это называется поспешил, нифига не подсох, не остыл. Вот. Так бывает, заболевают. Ну, нормально, у меня, в принципе, горло уже не болит, просто вот этот нос немного заложен. И так, кашель. Но это уже все фигня, я думаю. К субботе уже буду нормально. Просто голос такой. Думаю, привыкните. Так. Что-то там они друг другу писали. Но это не важно. Играет Явс через Архмага. Смотрите, Акалит как палит. Ну-ка, давайте посмотрим, как Акалит палит все. А он ничего не видит, кстати. Так. Да, Амбал, когда длинные волосы тоже. Сейчас я уже постригся, у меня нормально. Так это, шевелюра была большая. То есть тоже... Тоже напрягло это. Вот. Здесь Явс крипит сразу жирную точку, очень рискованную. Не стоит, конечно, так делать против Андеда, потому что Чечи уже прибежал. Что будет делать? Ничего пока не делает. Сейчас должен тролля добить. Получает свою экспу. Как Алит еще пытается кого-то убить. Кажется, да, не успел Кайлом добить тролля жирненького. Ну, что-то Чечи особо не нахарасил. Бьет рабочего. Ну, так себе, так себе. Так. Ну, кстати, уже убивает третьего рабочего. Неплохо, неплохо. Приз тут диспелит. Так, и тролля, кстати, может потерять. Да, минус тролль. Что-то Чечи здесь вообще нахарасил практически на второй уровень. Ужасно. Ужасная ситуация для Хумана. Плюс у него еще 6 рабочих на шахте. Не законтролил. И здесь у нас быстрые финды. Да, ситуация крайне плоха для Хумана.
Но зато я прокачался почти до третьего уровня, тоже это плюс свой, но очень поздний экспант, и здесь тролля могут окружить. Нет, тролль убегает. Чеч недоволен, не знает почему он не окружил этого тролля, хотя он неплохо вроде заходил. Так, Т2, тут уже третий финт, нет, второй финт. Естественно, Явсу нужно экспанс ставить. ДК биты, кстати, почти второй уровень. Так, вызывается скелеты, но сразу их диспелятся. Ой, промахнулся диспелом, по ДК диспельнул. Нехорошо, третий левел архмага. Здесь есть один койл. Ни в кого не кинул. Так, давайте... А, нормально, так, ладно. Так, здесь Т2. Кстати, лесопилочку до сих пор не ставят. Здесь почти все закончилось. Серьезно. Так, зачем-то он даст взял, да? Да, непонятно, зачем он даст купил, видимо. Как-то, не знаю, на клике там взял. Очень битый ДК, не хватает ему, конечно, чуть-чуть экспы до второго уровня, чтобы получить ауру и начать хилиться. Вот. Здесь Вин стоит, снова ждет закуп, что ли, я не знаю, зачем, у него есть скелеты. Минус рабочий, конечно, неприятно, неприятно так. Ну, на самом деле у Хумана все хорошо по той причине, что у него экспант уже работает, есть вышечка, ДК не прокачан, ДК вот только второй получает. В принципе, Архмаг третий с хорошими девайсами. То есть побыстрее бы Т2 запустить. И все. Корейские отборы, они 5 числа... Ой, в смысле, 5 в пятницу будут показывать. То есть в пятницу начало будет. Насколько я знаю. Так, быстрые Тайр 3, да, здесь получается Тир 3. Лич выходит уже... Здесь Явса уже не нахарасить, нужно отступать. Он, конечно, может попытаться развести ДК на бутыль. Да, покупается бутыль. Сразу выпивается, чтобы не рисковать. Кстати, странно, что он не потратил лич ни одну новую. Хотя бы мог в тролля кинуть, чтобы его замедлить. Вот, кстати, сейчас можно кинуть новую. Кидает? Нормально. И минус тролль. Блин, у меня молоко пеной покрылось. Черт. Так, здесь приходит Андед, сразу отменяет вышечку. Вышечки стоят впереди, поэтому их легко отменять. Но если они достроятся, они, соответственно, станут более надежной защитой против катапульт тех же. Еще один минус тролль будет. Обидно, конечно, троллей терять. Они стоят достаточно дорого. Это, по сути, два тролля, это 500 голды. И финт выживает. Да, тут, конечно, по разменам у Явса все плохо. Зато вышек много настроил. Так, начинает крепиться... Чечи получит он третьего ДК, второго лича. Уже неплохо у него все будет здесь. Т2 достаточно поздний, много вышек. То есть боится каких-то приходов с дистрами.
Ой, какой хороший девайс, бутылька на 500 хп, и здесь, конечно, размен не в пользу Явса, он будет терять просто футменов. Под третьим ДК убить Винда нереально футменами, то есть если только он не затупит как-то скайлом. И уже апгрейд на дестройеров идет. Да, надо, конечно, ну вышек много, в принципе, но они так стоят, что их можно откайтить. То есть просто заходите, например, сначала с левой стороны, потом как-то с правой, и просто вот это количество таурок, оно не будет себя купать, если их размикрить. Так, ну и что у нас у Явса? Т2. Делаются апгрейды на лес, апгрейды на масонари, Маутин Кинг. Здесь уже арба. Так, и здесь что, герой новый? А, иллюзия бежит. Ну вот, как я говорил, он заходит просто с одной стороны, и по сути по нему стреляют только три таурки. Ну вот это еще может быть, по кому-то там по ДКшнику стреляло. Да, ну и здесь, конечно, у Явса большая ошибка с этими таурками. Нужно их более плотнее ставить, чтобы они все стреляли, и нельзя было просто так их подчикивать. Так, нету, кстати, таурок на базе. Андеда. Маутин Кинг приходит, но здесь вряд ли как-то кого-то сможет, не знаю, убить. То есть Маутин Кинга еще попытались заблочить, но немного не прошло. Потерял он половину хп. Так, две арканки строятся, это будут ведьмаки. Дерева нету для Т3. Ну и вообще нужно бежать и андеда разводить на мейн, иначе просто он тут будет потихоньку брить юнитов. Сейчас еще несколько тележек придут. Это будут поднятые дестройеры, и уже как-то налом какой-то будет. Печальная ситуация, конечно, для Хумана. Вот, поднят дестройер. Мана пока что не высасывается. Минус магазинчик. Магазинчик нужно на мейне отстраивать, иначе нельзя будет заказывать ведьмаков. Так, Андед уже заходит с другой стороны и снова подбревает вышечку. Здесь попытка лича зафокусить, но... Хотя, кстати, кайла нету, и передается бутыль на 500 хп. Успевает выпить. Дестройер, кстати, почти сдох, 48 хитов. Бутыль, конечно, спасла тут жизнь личу. Так, и Сандета, пользуясь случаем, хочет закрепить красную точку. Ой, когти плюс 12 для лича. Шикарный девайс. Так, Т3 запустил Явс и кузницу делает. Выпадает отвратительный девайс. Свиток зверя, который просто нужно будет продать. Конечно, здесь какая-нибудь баночка хп была бы намного полезней. И снова налом идет. От Чечи есть пара дестров с маной. Даже два дестра. Пробиваются таурки. Телепорт от Явса. Ну, у него ничего нет. У него 4 ведьмака и один футмен. Герои не прокачаны. Там закопочка финдом, но есть варды плюс даст он заюзал. Соответственно, здесь минус финд. Ну, очень мало таурок и наламывается. Дед. Начинается заливка Близзардом, кстати. Перекачался Архмаг на Близзард. Хорошая ситуация. Хорошая заливочка. Правильное, конечно, решение от Явса перекачаться на Близ. Потому что, соответственно... Водные элементали здесь никак не решили бы, потому что их диспелят сразу. Это халявный опыт и мана. Воркшопы строятся. A town is under siege.
Снова заливочка хорошая, там койл нового архмага. Выбивается, кажется, свиток. И здесь минус финт будет, а может даже минус 2. Второго финда нужно забирать. Нету маны. Кстати, мог баночку маны заюзать. Нет, тут вообще явс отлично с помощью. Еще и подбривает. Нет, не успел подбрить. Тележку превратилась в дистрана. Слушайте, явс молодец, конечно. Нужно дождаться вертолетов. Минус дестройер здесь. Болт хороший в ДК. Можно попробовать окружить. Не получается. И Маутин Кинг очень битый. Успеет ли? Да, передает ему баночку. Молодец. Так, здесь Абум зашел потанковать. Но как-то он... больше дэмэджа получает. Есть ли кайлы? Кстати, кайлов нету, то минус Абум. Зря так отдает, конечно, Абумов. Уж больно много экспены они дают. Так, новый еще одна влетает Маутин Кинга. Халява тут прилетает, кстати, вертолеты и уже отступает Undead. Ну, слушайте, Чечи не пробил. Не пробил Хумана. Правда, вышки все снесли. Сейчас, если Хуман уйдет, здесь могут и гули просто на халяву прийти, рабов убить и просто Undead залететь. Герои, конечно, слабенькие у Явса. Нужен паладин. Так, выпадает не самый лучший девайс. Вертолетики летают тут. 67 лимита против 56. Кстати, у Явса нормально по лимитам, но герои очень мощные. Паладин заказан. Вот как я говорил, сейчас на халяву просто тут Явса убьют рабов. Печально, печально. Получает третий левел Маутин Кинга. Четвертый архмаг. И минус экспанта. Отдает он его. Отдает. Такой гамбитик. Так, кстати, сделал здесь жертвенник. Но шейды я не вижу. Странно. Ой, какой хороший девайс попадает Маутин Кингу. Потрясный. Конечно, нужно паладина до третьего качнуть. Обязательно. Престов еще подстроил Явс, чтобы подхилить своих юнитов. Очень битых. Так, здесь 4-4. Несмотря на потерю экспанда, у Явса есть все шансы на победу в этой игре. Конечно, герои очень мощные у Undead. Так, сражение не начинается здесь, откидывается болт. Да ничего с моим голосом не стало, я просто мужиком стал. Я вчера наконец-то посмотрел мужской фильм. Так, здесь залет вертолета, вертолеты неплохо сражаются. Здесь болт, финда, начинается заливочка.
Непонятно, что происходит. Нова Престов. В Лича попробует убить сейчас Лича, но долго окружает. Там есть инвул. Очень долго окружал. И Архмагушка умирает. Непонятно, зачем он так долго Лича пытался окружить. Можно было просто его зафокусить. Здесь Койл откидывается. Лич 5, ДК 5, Паладин. Попытка снова Лича окружить. Но там еще столько Кайлов. Маунтин Кинг вертится. Да, конечно, потеря. И еще потеря Паладина сейчас будет. О, да, я здесь, конечно, без ТП, без инвулов был. И потеря Архмага крайне, крайне печальна. Ну, это, походу, дело GG, потому что экспанда нету Явса. Но он не сдается. Не, ну с 5-5 героями, конечно, сложновато что-то сделать. Undead наваливается. Экспан, кстати, ставит, это правильно. Попытка убить алтарь. Так, здесь отменена шахта. Голда, кстати, кончается у обоих игроков. Архмаг выходит, молодец, убежал, кстати. Тут не стоит, конечно, такого дохлого героя, как Архмага, подставлять. Иначе он сразу умрет от просто от Койл Новы. Экспан секретный строится у Явс. И четвертого Маунтин Кинга можно получить с пятым Архмагом, это хорошо. Так, здесь убил воркшоп Чечи и отступает. Так, ну у Явса экспан заработал, это хорошо. В принципе, нужно тупо из лимита выйти. Вообще грифоны нужны. Ну или хотя бы коней добавить. Потому что тут очень много финдов. Блин, тут три обума. Не, что-то... Шансы крайне малы. У Явса затащить эту игру, потому что, ну, не тот у него боевой лимит. Тут просто обумы и финды. Это очень жестко. Паладина пытается до третьего качнуть, но не хватит здесь опыта. Конечно, Паладин третий, кстати, может решить, потому что это все-таки второй Holy Light. Но нет, нет. Нету больше точек на карте, только вот здесь. И, кажется, у нас будет последняя битва сейчас. Undead у нас 67, 62-67. Начинается замес, сразу клэп хороший. Неплохо здесь залетает Blizzard. Слушайте, минус 2 финда и конь есть. Попытка, еще один клэп хороший, но снова вылетает Маунтин Кинг. Кого ты похилил, Валера? Он обуму похилил. Но там был камень жизни, и Маунтин Кинг выжил. Не, ну Blizzard вообще кошерный зашел. Армия слабая, конечно, у Явса.
Еще кони прибегают, это хорошо. Так, здесь какой-то футмен, блин. 24-я минута игры, а футмены бегают. Экспанд работает у Чеджи. Да, но с такими героями ему сложно проиграть. Уж больно жесткие они. Был бы вот третий паладин. Все-таки его не хватает. Поднимаются дестройеры. И сразу фокус по коню. Нету телепортов, нету инвулов, кстати, у героев Кумана. Здесь есть инвул у Лича, есть хил. И три дестройера. Сразу Нова в сорочку, минус... минус прист, минус сорочка, минус конь, наверное, будет хороший Близзард. Клэп в одного ДК. Не отступает он, Дэд. Не знаю почему. Боится он очень Близзарда. Здесь, кстати, конь прибежал и убивает рабочих. Неплохо. Можно еще, конечно, ментов вот этих бесполезных взять в битву. Они, правда, ничего не сделают, но хотя бы, может, новые на себя возьмут. Не знаю, затанкуют. Маутин Кинг забежал в магазин, что-то продал, купил инвул. Лимиты одинаковые, но здесь чисто боевого лимита намного больше у Undead, плюс герои хорошие. Сразу здесь Койл Нова в Маутин Кинга, очень битый он. Приста убили, отступает Архмаг. Паладин третий, уже левел. Коня там фокусят, конь от своего Близзарда тоже получил неплохо. Летает Архмаг, хороший, хороший болт. И ДК, ДК не умер. У ДК оставалось буквально там 5 хитов. И после выхода из стана он просто сожрал своего финда деспаком. Не, вот это, конечно, я не знаю, насколько бы решило, но... Жесть, конечно, ДКшник, халявщик. Просто не знаю, на там, ну буквально 0 хп уже было. Жесть. Еще попытка. Да, снова деспак был более ранний. И здесь Архмаг умирает. Нету холи лайта, еще нету перезарядочки. Шестой. Шестые герои. Попытка лича зафокусить, но там. Там нету, кстати, маны. Можно лича убить. Передается личу инвул. И да. Минус, конечно. Маутин Кинга сейчас отпустит, и в него Нова, да? Бжж. Хорошая игра. Здесь конь, кстати, снова рабов нарезал. Близко был Явс к победе в этом матче. Но не получилось. Так, сейчас будет у нас вторая игра. Так, сейчас, ребят, отойду.
Так, продолжаем. На сегодня, наверное, только сетку лузеров посмотрим, два матча. Потому что сами видите, что у меня голос не очень. Надо выздоравливать до конца. Вот, но как я сказал ранее, нужно тоже и достримить все это дело, потому что и так времени не хватает, чтобы все это, блин, успеть простримить. Выходные там снова какой-то Warcraft чемпионаты. Слишком много Warcraft'а в последнее время. Мне это не нравится. Раньше было интереснее играть в Warcraft, когда у тебя один матч в неделю был. Вот, следующая карта. Это низины. Так, давайте мне еще расскажите, как надо лечиться. У нас же в чатике врачи сидят. Окей. Так, я здесь пауэрбилдит ферму. Как-то это тут прикольно смотрится. Не повезло с респаунами Хумана, потому что здесь ДК очень быстро прибежит на Харас. Соответственно, это будет много минус рабов, возможно, крипов каких-то добить. Плюс сейчас закалит, еще будет мешаться. Да, Калит здесь неплохо помешал. То есть, посмотрите, прибегает милиция, она уже наполовину. Наполовину. И ДК уже здесь бежит. Минус два рабочих на ровном месте. А Калит попытается кого-то добить, не получается. Хороший девайс, кстати, выпадает. На такой точке важный девайс. Так, кстати, Акалит добил тролля вот этого. 48 экспы получил. До конца не докрипился. Хуман минус третий раб уже. Из 7 рабов 4 только возвращается домой. И даже второй левел не получил явс на этой точке. Да, и нет у него магической таурки. Сейчас начнут скелеты еще бесить. Можно уже койл, наверное, кидать. 136 хитов. Да, вот кидай койл. Да, печальная ситуация для Хумана. Эти бесячие скелеты бегают. 14-15 урон. Даже у Футмана меньше урон. Архмаг получил второй уровень. Так, засейвил рабочего. Хорошо. Так, крипинг здесь в зелененькой точке. Уже первые финды идут. Довольно быстрые. Так, здесь ментов я взял, но не побежал ставить экспанд. Сейчас он со второй попытки это будет делать. Вообще тенденция такая, что здесь 2-0 будет, потому что очень поздний экспанд. Тяжело, конечно, играть. Но что поделать. Блочит здесь. Рабочих неплохо. Так, ДК пока ни в кого кайлы не кидает. Почти полная мана, кстати. Сейчас будет борьба за синего бамбра. Посмотрим, кому он достанется. Да, добивает его. Он дед.
получает амулет энергии. Очень хороший девайс. Здесь еще Фенда кинули в сеточку. Можно зафокусить его. Но не получается до конца. Койл спасает и отпускает Фенда. Ой, это такой... такой... фейл со стороны Явса, то, что он отпустил Фенда. Ну и что-то все печально. У Явса смотрится. Тут уже ДК второй с половиной уровень. Рабочие непонятно вообще, где вышку отстроили. Третий архмаг. Здесь можно Кайлом даже добить этого футмена, чтобы не тратить время. Да, жесть. Ну, очень жестко здесь Чечи сыграл. Плюс повезло с респаунами. Делается апгрейд на закопочку. Здесь, естественно, фермы нет, потому что недокриплено. Сразу экспанд отстраивается. Ну, очень плохая ситуация, что я могу сказать. Нужны вышки. Нужны вышки в большом количестве. Потому что сейчас уже придет лич. Сейчас уже будет закопка у финдов, будут первые табуретки. Вот, и, соответственно, вы не сможете не убить ни одного финда никаким вашим нереальным микро со своими там пятью футменами и лемом. Вы никак не убьете финда. У андеда, у которого есть ДК Сауры и есть Кайлы. Имеется в виду, когда придет лич и будет тележка. Вот, поэтому нужны вышки в больших количествах, а если они не успеют догрейдиться, вы игру проигрываете. Футмены прибегают, умирают, нужен хотя бы дефенс. Если есть дефенс, вы не будете убивать финдов, но вы будете на равных сражаться с ними. То есть, просто он не сможет... Вы сможете выиграть время, чтобы вышки достроились. А, соответственно, нету дефенса и... не знаю, что тут делать. Ну, просто, видите, футмены подбегают и умирают. Очень балансно, конечно. Вышка одна достроилась, но этого мало. Прибегают менты, и вот видите, закопочки здесь всякие, и ничего не сделать с этим. Тяжело Хуману, присосался андед к его базе. Пытается еще выше как-то настроить. Ну, в такой ситуации нужно было, конечно, дефенс сделать раньше, чтобы футмены выживали. Ну и плюс вышки где-то вот здесь строить, и здесь одновременно. Ну, очень тяжелая ситуация, просто... Явсу чуть не повезло. Койл нова в Архмага. ТП делает. Архмаг зачем-то. Здесь нет магазина. Странное ТП какое-то, но... ну, это GG, наверное. Вышек нет. Да, ГГВП. Явс вылетает. Вылетает из турнира. Вот. Сейчас мы посмотрим следующий матч в лузерах. Это Sonic Spiral. Сейчас, сейчас, сейчас.
Так, загружаем первую игру. Соника за спиралом. Опять же, это сетка лузеров у нас. Поэтому кто проигрывает, вылетает с турнира. Вот, давайте чуть-чуть перемотаем. И, наверное, на этом матче мы сегодня закончим. То есть, немножко простримили, как успел, как смог. Вот, и хватит. Так, здесь какой-то нелепый барак от Спирала. Ну, зато его не развели. Окей. Ставим первую скорость. Очень странный барак, но зато он... Зато его не убили. У обоих Демон Хантера, естественно. Криппинг одинаковых точек, боневуров. Три виспа чинит здесь, здесь чинит два виспа. Ну, Соник более опытный эльф, все-таки он знает, сколько нужно виспов на починку. Ну, здесь, кстати, как-то очень быстро барак... А, барак, походу, делал елку не съел, да? Здесь-то барак елку ел. Видимо, поэтому три пришлось использовать. Ну, это косяк, конечно. Так, Демон Хантер убежал тут за виспом гоняться. Так, здесь амулет на хп, здесь сапоги выпали. Окей. Барак сразу крепит еще точки. Здесь то же самое. Довольно хорошо похожие у них стратегии. Так, а почему второго уровня нету? Здесь... Так, погодите, здесь... 240 XP. Неужели Соник кого-то добил бараком? Да, он добил бараком какого-то, наверное, третьего уровня краба и не получил 43 XP. Хорошо, здесь Соник спас и купил тролля. Купил тролля и убил виспа. И развел еще на Мунвелл на постройку. Это хорошо. Плюс у него здесь тролль. Ну, слушайте, Соник может с этим количеством троллей просто прийти и наломиться. Это будет очень даже неплохо. Лол. Что сделал Соник? Короче, он, наверное, думал, что Спирал сразу отменит Мунвелл. И поэтому убежал. Короче, что-то Соник тут намудрил. Намудрил Соник. Ой, еще плюху получила от барака. Хорош. Здесь зачем-то Спирал разбудил крипов. Не знаю, что они делают, вообще непонятно. Так, Соник с помощью барака продолжает крипиться. ХХ строит, это будут медведи. Здесь то же самое. Так, и здесь почти третий Демон Хантер. Чуть-чуть, наверное, не хватит. Да, чуть-чуть, XP не хватает. И Соник будет покупать нагу в центре. Судя по тому, что он к таверне бежал. Или нет? Нет, наг будет, нага должна быть. Здесь почти докрепился в соло вообще герой. Третий левел, кстати. Нага. Но по юнитам все плохо у Спирала. У него есть только арча и один тролль. Делается котк. А здесь два тролля, арча и прист еще, который хиллер. Третий левел у нас Демон Хантер получает. Ну вообще, Сонику надо было, конечно, ломиться. Учитывая, что он тролля перекупил, он должен понимать, что у него гораздо сильнее начальный вот этот стак юнитов.
И котка еще только наполовину. Загрежен, можно Мунвелл попробовать забрить. Минус Висп. По наге фокус. Минус тролль. Нет, тролль захиливается. Кстати, троллем не очень выгодно пить из Мунвеллов, потому что он выпивает также ману. И смотрите, просто все колодцы осушил своим троллем. Бесполезным на самом деле. Теперь демону Хантеру негде выпивать будет. Продолжается замес. Наконец-то котк выходит. Можно... Да, сразу ТП делает Соник. Понимает, что он потерял бы троллей. А так успел спасти. Так, две лорницы уже здесь почти отстроились. Т здесь Т2, кстати. А у Соника Т3. И барак продолжает крепить точки. ЛС можно было продать, наверное. Хотя, если до мишек дойдет, то там ЛС неплохо может зарулить. Так, моноберны здесь. Попытка убить Нагу, стафа нету. И Нага умирает у Соника. Вольерка-то. Продолжает здесь Демон Хантер дебоширить. Попытался убить что-то, дрядка вышла. ТП есть. Здесь попытка убить все-таки лося. 49 хитов. Ну это минус. Моноберн здесь. А, нету моноберна. У меня до конца, кстати, ощущение было, что не умрет лось. A player's forces are under attack. Так. Что у нас по ситуации? Сейчас уже будут медведи на лапах. У Соника. У Спирала очень поздно они будут. То есть, если Соник сейчас сразу придет. Кстати, у обоих Демон Хантеров нету вообще маны. То есть, все высосали. Так, здесь барак, кстати, добрался уже до черепашек. Так, арбу нужно купить Сонику и наламываться. Апгрейд на мишек. 45 лимита. Не спасает барак. Или спасает? Да не-не. Минус барак. Девайс банка маны не самый лучший. Здесь девайс тоже банка маны. Хотя банка маны для Наги... Нормально работает. Хотя нет, он ее продал. Ну правильно, пускай. Лучше свиток купить. Инвол. На эти деньги. Так, 40 лимита у Спирала. Здесь 49. Банку маны не продает. Ну, кстати, продать ее нужно. Потому что лишний Михаил в его ситуации. А толку от банки маны вообще никакого нету. Это быстрее котк умрет. Так. Мишки. Мишки мастера. Здесь трое Михаилов. Здесь тоже трое. Начинается замес. Сразу диспелится. Риджувы. Попытка зафокусить. Минус дриада. Ну что-то как-то хорошо здесь у Соника все фокусится. Минус Михаил. Попытка снова зафокусить демоны. Но еще один Риджув приходит и нету дрядки. Стафается Михаил. Минус 2 Михаила у Спирала. И, по-моему, Соник здесь изи вин. Да, что-то вообще в нули какие-то. 10 минут игра была. Так, ладно, смотрим следующую игру.
Ну что-то вообще изи как-то для Соника было. Так, загружаем вторую пока. Так, ставим счет. Так, перематываем. Так, ну там Спирал или Соник, я что-то не понял, кто там уточнял. В общем, да, победитель из них будет играть с проигравшим в матче Half Crudan. Так, перемотали. И посмотрим. Так, Спирал у нас, соответственно, синенький, Соник желтенький. Так, сразу ХХ строит Спирал. Нормально. Слушайте, у меня такое чувство, которое называется дежавю. Потому что вот мне сейчас написали Хавс Чечи, показывал уже, и я точно такой же комментарий помню. Ну, который уже был когда-то, и вот точно такая же ситуация была. Не знаю, ну вот это чувство дежавю. А ладно, неважно. Здесь Спирал забирает тролля, а Соник отменил Мунвелл. И Виспа еще забрал, но он задиспелил, но неважно. Так, Т2 запущен, здесь тоже Т2, здесь уже хантрески. Что-то очень битый здесь Демон Хантер, смотрите, у него девайсы какие нелепые. Мантии. Конечно, это минус. Так, что-то там в табе был. Спирал. Размены моноберов. Так, минус висп. Ну, что-то непонятно. Здесь барак ползет куда-то. Здесь уже хантреска есть. Кстати, с этими хантресами можно и подпушить неплохо. Сейчас посмотрим. Так, еще хантресы бегут. Апгрейд на ультравижн. Ну, слушайте, две хантресы с арчой. Здесь одна арча и демон. Отбиваться-то как? Он еще и крепится начинает. Вот это жестко будет. Ха-ха, здесь строится, здесь тоже хантреска. Так, демон хантер сбегал. Похилился. Сейчас будет борьба за кобальта. Нет, добивать. Здесь демон получает... неплохой девайс. Башут тут демона. Неплохо на хп развел. Здесь почти третий демон. Так, что-то все точки пишет Спирал. Какие-то у него проблемы, что ли, я так и не понял. Спирал написал, что дает... техническое поражение. То есть, видимо, у него какие-то проблемы были. Как-то так. Ну вот. Ладно, на сегодня все. Что-то Спирал вообще подкачал в конце. Вот, вообще сегодня я еще хотел Half Crudan посмотреть и Кэш Рич. Ну, сами понимаете, голос я лечусь.
Вот, просто уж поскольку надо достримить, хотя бы лузерскую сетку постримил. В общем, продолжение, скорее всего, завтра, если будут улучшения. Посмотрим, короче. В общем, спасибо, ребят, что пришли. Такой небольшой стрим, запись будет. Вот. Продолжение, наверное, завтра.